Так, тормозьёв-то нету. Сейчас, погоди. Это Саня, лучший специалист в приюте. Вот такое вот у нас мутное стекло в машинке. Вот стекло, а вот не стекло. Аппарат еще тот. Отремонтировали. Тут у нас вон трава зеленая растет. Ну, все нормально, короче говоря, как положено. Красава. В приютской машине. То есть вот за лето выросло, еще не замерзло. Вот такая вот система. Ну, тут дырки подлатали, там дорога бежит, видно. Все нормально. Зеркало вот в таком состоянии. Дальше мне придется идти пешком. Спасибо другу за подгон, называется. Дырчик коптит. А мне придется пилить вот по этой дорожке. Вон туда, вон. И там наши девчонки за родником. Все, пока, Сань. А я потихонечку двигаюсь к роднику. Санька разворачивается сейчас и погнал назад в приют. Вот так вот. Своими руками все в деревне собрали. Это Коля молодец. Такой тракторок слепил. Коля Балин. Вон туда он. Вот к тем деревьям нужно дойти. А за ними уже... Ну дойду, покажу там. Говорят, бобры плотину налепили, не перейдешь. Посмотрим, что там дальше будет. А там меня уже ждут наши юные кинологи. Девчонки просто бесподобные. Так, ну вот она и плотина подошла. А плотину где-то, значит, они сделали вон там, вон выше. Где-то по речке, если пойти. Сейчас вот видно хорошо, да? Вот вода сбегает вниз. Это далеко от меня камера хорошо увеличивает. И вот она сама плотина. То есть замуровали. А там вода поднялась. Там вон выше видно зеркало озера. Хорошо видно, да? Ну, ближе туда не пойду сейчас. Вот, а вода в речке значительно в этом месте уменьшилась. Из-за чего? Из-за того, что бобрички выше поставили плотину. Ну и хорошо. Сейчас мы находимся на поле, и я хочу рассказать вам о том, что сейчас на этом поле происходит. Это Ангелина, и Варвара спряталась за стогом и зовет сейчас Рику. В общем, что я хочу рассказать. Моя большая мечта — организовать кинологический кружок для детей, которые бы могли заниматься с собаками. Дело в чем? Дети, по моему мнению, это самые лучшие кинологи. Почему? Потому что у них самый лучший контакт с животными и открытые сердца. Это очень большое, огромное значение это имеет. А самое главное — это желание заниматься этим. Сейчас, к сожалению, редко встретишь людей, бредящих вот именно этим занятием. Я по-другому не могу сказать. Вот сейчас позвали ее, и она по команде прибежала и запрыгнула на вот этот сток сена. Сейчас Ангелина занимается с ней, дает ей команды различные. Дать лапку. Вот, дай лапку, она и дает лапу. То есть вот таким вот образом у них идут занятия. И на этом поле девочки приезжают и занимаются каждую неделю. По выходным они находят время и тратят свое, вот сейчас в жизни самое дорогое это время. Они его с удовольствием тратят и занимаются с приютскими собаками.
У Ангелины, как я понимаю, Коста. А у Варвары Рико. Ну, девчонки, конечно, молодцы. У них отличный контакт с собаками. То есть раньше этими собаками занимался я, ездил на колхозную площадь. Вот. Они собирали средства для помощи животным. Но, к сожалению, сейчас у меня уже нет столько времени, чтобы тратить его на дрессировку. И сейчас в помощь, огромную помощь оказывают нам вот эти вот девчонки. Просто на все огромнейшую. Я очень сильно благодарен им за то, что я могу им доверить своих питомцев, с которыми они проводят столько времени. И продолжают их обучать, чтобы они не выросли дурачками и тому подобное. Огромное спасибо. Сейчас девочки дают команду, Ангелина дает команду Косте ждать. Там Коста ждет, а сама она отходит. Отходит к другому столбу. И сейчас по команде она даст команду. Она дала команду ко мне, и Коста бежит. Оп, отлично. Сейчас Варвара обучает Рика команде ждать. Усадила ее и отходит на расстояние. Рика, ко мне, ко мне. Рика, Рика, ко мне. Хорошо, молодец. Молодец. Сидеть, сидеть, молодец. Ну, додает ей лакомство. Вот таким вот образом идут занятия. Рика, Рика, ко мне. Рика, фу, фу, ко мне. Рика. В группу добавился еще один ученик. Вот. Если сейчас кому слышно милое хрюканье, это наши поросята копают мышей. Но у Косты и Рика перемена. То есть в это время они занимаются копательством. О, сейчас подойду поближе, чтобы было слышно, с каким аппетитом они это делают. Мышь где-то тут. Рикочка, что там такое? Рикочка, 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 Рикочка. И один хвостик только гуляет. Как вы уже догадались, по виду Коста и Рика, это что-то породистое такое проскочило. На самом деле, еще раз повторюсь, кто не знает, это вот хотите гибрид, хотите метис, хотите помесь, как вам удобно называйте, смысл будет один и тот же. Папа питбуль, мама каникорса. Вот такая гремучая смесь собралась вот в этих вот, как его сказать, изобретениях. Коста и Рика где-то далеко носятся, у них очередная перемена. Вот, любимое их занятие — ловить мышей. Вот, я, к сожалению, должен уже идти и возвращаться в приют. Почему? Потому что поступил звонок, сейчас привезут раненую собаку. И мне нужно подготовиться к ее приему. Вот. Ну, попрощаюсь с девчонками. Всем пока. Пока, девчонки. Все. Пока. Спасибо. Кинологи — страшная сила. Детство — замечательная пора. Вот оно, обычное человеческое счастье. Два друга, две собаки.
и просто целая планета перед глазами. Вот это огромное поле, это целая планета. Вспомните себя в детстве. Одна из разновидностей счастья — просто гулять с собакой. Я точно знаю, что это так.